всех вас на канале Бизнес Тбилиси, с вами Рафаэль. Значит, я вам снял по умолчанию квартиру, которая рассматривается на продажу в старом сталинском доме, который был построен в начале 20 века. Квартира является историческим памятником. Вот. Она находится на улице Ларской. Значит, что находится рядом с этой улицей? Во-первых, она находится на Вера. Это исторический район города Тбилиси. Во-вторых, рядом находится филармония, парк Вере, а также улица Петриашвили в шаговой доступности метро Руставели. Значит, на улице Петриашвили старый винзавод, где улица клубов, кафешек, ресторан. Также в шаговой доступности находится отель Rooms. Многие, кто проживают в Тбилиси, либо были в Тбилиси, знают этот отель. Просто чтобы было общее понятие о локации, я говорю о том, что оно еще находится рядом с отелем Rooms и с видом на фуникулер. Какие технические характеристики у квартиры? Значит, во-первых, начнем с дома. Дом является исторической ценностью. На улице Ларской находится номер 2. Значит, вот на этой улице Ларской в свое время было очень много исторических домов, но на сегодняшний день их осталось просто единицы. Этот дом является историческим, одним из достопримечательностей дома, что является, это два столбика, которые были построены вместе с этим домом, и над столбиками декор из цветов, из декоративных цветов. Значит, квартира находится на 4-м этаже 5-этажного дома, сталинского дома. Сталинские дома были построены довольно прочно, у них высокие потолки, 3 метра 60 сантиметров, что позволяет, допустим, в квартире делать перестановку, делать ремонт. Вот. У квартиры 2 спальные комнаты, 1 спальная комната с балконом, 2 с окном, плюс маленький кабинетик приблизительно в 10-12 квадратных метров. Также вы видите сзади меня огромный зал. Вот, санузел и кухня. В квартире проведено центральное отопление. Моментами есть ремонт в самом санузле. Кухня, кухонная мебель тоже установлена. Но в случае покупки, естественно, вы, наверное, захотите ее переделать и отремонтировать, так как ремонт старый. Вот, пол проложен, паркет, центральное отопление проведено, но все-таки квартира нуждается в ремонте. В общем, ее можно переделать по вашему усмотрению, есть много вариантов, как можно ее переделать. У нас даже есть конкретные предложения, их несколько. Вот эту часть, которая смотрит на фуникулер, на гору и на фуникулер, здесь можно сделать большую террасу, получится огромный зал. 2 спальни, то есть санузлы можно переделать в спальне, и 1 спальня, она очень большая, ее можно переделать, то есть разделить и установить там санузлы. Вот такая квартира в случае покупки будет стоить 140 тысяч долларов, эквивалент в ларах. То есть ее можно потом применить в коммерческих целях, а также и если будете рассматривать покупки для себя, то есть она может получиться очень красивая, большая, огромная квартира с террасой, с верандой. Из-за хорошего месторасположения и вида на гору, на фуникулер, эту квартиру можно использовать как в коммерческих целях, можно сделать из нее либо хостел, либо мини-отель, вот. А также, естественно, вы можете, купив ее, сделать для себя. Друзья, если вам понравилась квартира, если у вас есть кое-какие вопросы о ней, о технических характеристиках и так далее, вы можете написать либо позвонить мне на номер, в наличии есть WhatsApp, Telegram, Viber. Мой номер будет написан в описании этого видео. Если кто-то не успел подписаться на мой канал, можете подписываться на мой канал.
А также по всем остальным вопросам можете связываться со мной. Всего доброго, друзья!